Всем привет! Мы наконец-то купили этот 25-литровый аквариум, и сейчас я вам покажу, что входит в его набор. Он от польской фирмы и черного цвета. Выключай. Вот он наш аквариум. Сейчас я вытащу и вам покажу. Вот сам этот аквариум, он вот такой вот маленький по сравнению с моей рукой. Также тут в наборе такая вот крышка, вот, тут для того, чтобы кормить, вентиляция и лампа. Вот как примерно будет выглядеть этот аквариум. Также тут есть, чтобы ловить рыбок, рыбку, сачок. Также есть два пробных корма от этой фирмы. Книжка о кормах, о рыбках. Вот такой фильтр идет в наборе. Потом обогреватель. И к нему идет термометр. Вот такие вот молодые растения мы оставили с прошлого аквариума. И также для этого аквариума мы уже купили рыбку. Она там будет жить одна, и потом вы узнаете почему. Я вам сразу говорю, что это будет не петушок. Я очень хочу, чтобы вы написали свои предположения в комментариях. А в следующем видео я покажу вам, как мы обустраивали аквариум, а также покажу нашу рыбку. Поэтому, если вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до новых видео!